Как насчет парочки невероятных экспериментов? Ты наверняка уже видел эти лайфхаки в ТикТоке, а Том и Сьюзи их сегодня проверят. Погнали! Ух ты, какое классное видео! В колбочку заливают какие-то жидкости, а потом бац! И все в пене! Вот бы и мне попробовать! Это же кабинет химии! Вот так повезло! Похоже, там никого нет. А значит, можно маленько похимичить. Ух ты, сколько разных колбочек и баночек! Разноцветные порошки, а вот этот прямо как в ролике. Засыпаем. А теперь добавлю немного воды. Так, что там дальше надо было делать? В ролике было мыло. Как удачно оно оказалось в кабинете. А дальше самое интересное. Но сначала нужно надеть перчатки. Отлично. Теперь можно запускать реакцию. Вроде бы нужная жидкость. Да! Ого! Сколько пены! Странно мне показалось. Я слышала голос Тома. И что он забыл в кабинете химии? Том, это правда ты? Что ты натворил? Я сотворил научный эксперимент. То есть проверил видео из ТикТока. Звучит интересно. Уроки все равно уже закончились. Том, я хочу проверять лайфхаки вместе с тобой. ТикТок-эксперты уже здесь. Ух ты! Только посмотри на это! В школу загружают целую упаковку Ментоса. И вон как шипит! Нужно скорее проверить. Смотри, Сьюзи, кола у нас есть. Да! Осталось найти какую-нибудь емкость. А вот и Ментос. А не маловато ли ингредиентов? Вот именно. Чтобы эксперимент получился фантастическим, нужно взять всего побольше. И надеть перчатки. Безопасность на первом месте. Ты права, Сьюзи. А вот теперь можно приступать. Сначала перельем всю колу в отдельную емкость. Ведь у нас с тобой целых 4 бутылки. Вот так. Отлично. А теперь нужно высыпать весь Ментос в наш аквариум. Как много конфеток получается. Посмотри, ими заполнено все дно. Ну что, начинаем? Ух ты, ты посмотри, как запенилась! Потрясающе! Это пена, и она не останавливается. Ее все больше. Вот это я понимаю, эксперимент на славу. Командная работа. Посмотри, Сьюзи, это же горелка. Всегда мечтал ее опробовать. Сегодня твоя мечта осуществится. Нам нужно расплавить карамель. Не может быть, получится карамельные пузыри. Проверим. У меня как раз с тобой есть карамель Toxic Waste. Осталось найти горелку. А пока Сьюзи занята поисками, попробую-ка я одну штучку. Красивая, а на вкус? Том, что это с тобой, твое лицо? Так искривилось, что тебя не узнать. Да так, просто шутку вспомнил. Видимо, это была очень кислая шутка. А это мы оставим в секрете. Кстати, горелка у нас есть. Начинаем! Начинаем! Возьмем несколько конфеток и положим в огнеупорную крышечку. Затем направим горелку и будем нагревать. Здорово! Получается! Карамель плавится и становится жидкой и тягучей. Посмотрим. В сумочке у меня была трубочка. Да, вот она. Макаем в карамель и потом сильно дуем. Ух ты, получилось! Том, ты съел карамельные пузыри? Я не ел. Ой, как кисло. Да уж, не ел. Я вообще-то все видела. Попробуем еще раз. Еще вкусные пузырьки. Том, ты опять все съел. Но ведь перед ними невозможно устоять. Такие кислые и вкусные. Значит, делай все сам, я обиделась. Ну вот, я же совсем не хотела расстраивать Сьюзи. Эй, Сьюзи, смотри, давай я выдаю для тебя пузыри. Я готов. Смотри внимательно. Какие классные! Ой, и кислые. Ладно, лайфхак проверен. Отличная работа. Ты только посмотри. На листе фломастером написаны цифры. Ластиком их никак не стереть. А вот утюжком для волос получается. Верится с трудом. Вот и проверим. Смотри, мне как раз есть что исправить. Ох, Том, когда ты уже будешь хорошо учиться? А пока решим твою проблему и заодно проверим лайфхак. У меня как раз с тобой есть утюжок для волос. Здорово, попробуем. Как обидно. Смотри, Сьюзи, не работает. Ты такой смешной, Том. Это не лайфхак, а утюжок не работает. Просто шнур не включен в розетку. Вот теперь все должно получиться. Сейчас узнаем. Проводим по листу. Да, стирается. А это значит, лайфхак работает. Кстати, у меня есть идея.
баксов. Ладно, давай-ка я тебе помогу. Ну-ка, давай. И вот так. Здорово! Теперь можно сходить за вкусняшками. Супер! Лайфхак проверен. Ух ты! Вот это выглядит по-настоящему круто. Заливаем яйцо уксусом и оставляем в миске на время. Яйцо становится упругим, будто попрыгунчик. Проверим. Эй, Том, будь начеку. Сьюзи, что ты творишь? А если бы яйцо разбилось? Ладно тебе, все ведь хорошо. Ну и шуточки у тебя. Хорошо, положим яйцо в прозрачную миску. А теперь уксус. Так-так, и сколько надо будет ждать? 2 часа будет достаточно. Так долго? А чем же мы будем заниматься? Не знаю, но самое главное – не уснуть. Ой, не уснуть не получилось. Но мы вовремя, ровно 2 часа. А значит, пора проверить, как там яйцо. Ну, есть изменения. И еще какие? Даже не верится, что скорлупа стала такой мягкой. И прыгучей. Точно. У меня есть идея. Ух ты, отличная идея, Том. Пинг-понг. Классный удар, Сьюзи. Ой, а вот этот удар мне не понравился. Прости, там неловко получилось. Да ладно, было весело. Смотри, Сьюзи, этот лайфхак выглядит очень правдоподобно. И правда. Мы его заодно и проверим. У меня как раз есть воздушный шарик. Надуваем его, да посильнее. Ну вот, вроде получилось. А теперь нужно найти кресло. Отлично, эти подойдут. У меня с собой есть швейная игла, очень острая, то, что нужно. Ого, работает! Я тоже хочу попробовать. Нужно попробовать надуть посильнее. Мой шарик будет больше твоего, Сьюзи. Это мы еще посмотрим. Подожди здесь, нужно отметить, где у нас финиш. Отлично. Вот так-то. Начинаем гонку. Вот увидишь. Я финиширую первый, Том. Это я тебя обгоню. Стой, не так быстро. Так не пойдет, нужно ускоряться. Да. А вот и финишная линия. Я победил. Так нечестно, Том. Тогда я ускоряюсь. Слишком большая скорость. Ну вот, произошла авария. Но я в порядке. А чем это так пахнет? Кажется, это оттуда. О, нет! Все пробирки упали! А химикаты разлились. Скажем, что так и было. Здорово! Все лайфхаки проверены, веселье состоялось. И мы скоро снова увидимся на Хаханом!